Дельта реки Меконг – это место, где наиболее полно ощущаешь экзотику вьетнамской жизни. Разбитый на 1000 рукавов пред впадением в Южно-Китайское море, Меконг с его лабиринтом потоков, островов и мангровых зарослей является кормилицей многочисленных прибрежных жителей. И сейчас на традиционной вьетнамской лодке мы отправляемся на один из островов дельты Меконга. Бойцовых петухов можно встретить в каждом втором дворе, как альтернативу телевизору и интернету. Прямо во время обеда можно познакомиться с крокодилами, дикобразами, змеями, лягушками и прочей местной живностью. Лезет на дерево, накладывалась. Наверх хочет. А это вот там шевелится.